Всем привет! Мы знаем известную формулу, что спрос определяет предложение. Поэтому у меня в последнее время, появился спрос на мои книги с автографом. Вот, и я не хочется же одно и то же. Хочется как-то, как говорится, расширять свой диапазон, так сказать. Вот. В общем, я написал стихотворение. В виде автографа. Оно так и называется — автограф. Значит, это я посвящаю трем прекрасным дамам, которые работают в книжном магазине Санкт-Петербург на Брайтоне. Но так они могут, как говорится, для всех желающих, как говорится, я открыт. Если вам понравится, я вам с удовольствием индивидуально подпишу с таким автографом. А этот автограф я посвящаю Лизе, Алене и Насте. Значит, читаю. Прекрасной даме, я сердцем с вами, от благодарного пиита, душой и телом одессита. Надеюсь, им понравится. И надеюсь, как говорится, это вдохновит читателей, чтобы я им подписал любую из моих книг с таким автографом. Ну, естественно, женского пола. Понятно, да? Вот. Я вас обнимаю. Подписывайтесь на мой канал. У нас впереди много интересного.